Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Как и обещала, пишу видео по выводу денежных средств с проекта по заработку TRX. Проект называется TRX Pasargad. Значит, логин, вход по имейлу и паролю. Сейчас я залогинюсь. Значит, что тут происходит? Когда заходила, было все нормально. Я заходила с родного IP. На следующий день мне был вход недоступен. И я попробовала расширение. С расширением все замечательно заходит. Но я же не могу так просто взять и зайти. Я вышла на администратора. Написала в группу. И спросила, в чем проблема, на что мне администрация ответила, что они в России заблокировали вход, как бы, из-за причины у них, в общем, из-за хакеров каких-то там российских, в общем, ну да ладно, я спросила разрешение с VPN, что мне дали добро, говорит, зайдите при помощи VPN, смените как бы страну. Я зашла, захожу с расширения, здесь все замечательно, но не с, вот у меня по умолчанию Нидерланды, я с Нидерландов не зайти. Я вот установила, что это вот, Великобритания, наверное, да, вот такой вот значок я установила. И без проблем захожу. Вот. Так как проверяю я здесь баланс. И вот у меня здесь что? Какие результаты? Идут ежедневно начисления. У меня позавчера начисление было первое. И вчера по 1.83 TRX. 19 вот число и 20. Сегодня у нас 21. 21. Значит, вечером же я регистрировалась в проекте. И, соответственно, вот вечером мне будут еще начисления. Также я поставила сумму на вывод. Сейчас покажу вам. Вывела я 3.663x. Как я и говорила, вывод обрабатывается у них вручную или как, ну, занимает, что депозит я внесла от 1-2 часов, что вывод от 1-2 часов. Вот. Я вам в прошлом видео как бы зачитывала это все. Все замечательно. Платит, работает. И вот у меня плюс 3.66. Как бы. Транзакции здесь все. Вывод пришел. Вот. Все замечательно. Платит. Естественно, я буду продолжать здесь работать, так как у меня еще депозит в работе. Депонировала я сюда 20 монет. Вот. Здесь. И вот здесь отображаются начисления. Вот это мой депозит. Я внесла депозит, и он сразу же в работе. Никуда я не кликала. Ну, в принципе, на этом все. Работает, платит. Но вот только, ребятки, при помощи расширения. Вот такой вот я значок установила. Потому что Нидерланды, они что-то... Что-то Нидерланды не зайти мне с них. Хотя раньше все замечательно было. Ну ладно, пусть такой значок. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.